Яндекс Ньюс. Сегодня день рождения историка Юрия Дмитриева, человека, который занимался историей сталинских лагерей, человека, который уже, по-моему, несколько лет находится с небольшими перерывами в СИЗО по подложному подлому обвинению. У него сегодня день рождения, и мы вышли и в Москве, и здесь, и в других городах мы выходим с акциями в поддержку Юрия Алексеевича. Совершенно замечательного человека. Никто из нас не сомневается, что его следствие, это обвинение, то, что он находится в жесточайших условиях в СИЗО Петрозаводска, что это месть за его общественную деятельность. Он мешает Путину воспитывать поколение безмозглых, беспамятных россиян. Он восстанавливает, не дает исчезнуть памяти о сталинских лагерях, о жертвах сталинских репрессий и о тех, кто эти репрессии проводил. Его книга «Сандармох», вот это вот расстрельное место, которое удалось открыть именно благодаря его усилиям, это человеческий подвиг историка Дмитриева. И он, и его коллеги из «Мемориала» сейчас в России подвергаются тяжелому государственному давлению. Это суды, штрафы, это шельмование и это уголовные дела, подложные уголовные дела против них. Тяжелее всех пришлось Дмитриеву и приходится. Пожилой историк находится в СИЗО Петрозаводска в довольно тяжелых условиях. Бодрость он не теряет, мы находимся в переписке. И хотелось бы, чтобы свой следующий день рождения Юрий Алексеевич Дмитриев встретил на свободе. Отдельно хочу пожелать, чтобы в тюрьму сели те, кто устроили ему эти мерзости. Вот чтобы все это передать, я пришел сегодня к российскому посольству, из которого вышел какой-то ГБшный халуй, сфотографировал меня, в диалог никто не входил. Содержание им не очень интересно, видимо. Спасибо.